Это организация, структура такая. Какая? Ну какая? Она имеет прямое отношение к обеспечению государственной безопасности. И вы решили по этому основанию ломать памятник 19 века? Ну, это вы разбираетесь? Изначально ни в ордере, ни в каком-либо другом документе не было прописано слово «снос». Тем не менее, нам прораб, который позвонил юристам, заявил, что через час, это было на камеру сказано, через час эта строчка появится, и действительно менее чем через час нам приносят новую бумагу, в которой теперь значится слово «снос» здания. Нам эту бумагу предъявили, это к тому, соответственно, к теме того, как у нас оперативно получается в Москве разрешение, вот так вот по щелчку, буквально за 20 минут. Я против того, чтобы вот разбирательство велось вот в таком варианте. Если вы хотите, давайте тогда присядем где-то нормально и разберемся с этими вопросами. С жителями это не обсуждали. Официально согласованного проекта архитектурно-градостроительного решения здесь также нет. Это, безусловно, вандализм, потому что это здание заслуживало сохранения. В 2017 году ему было отказано в статусе памятника, хотя подобных зданий в Москве, деревянных зданий, к сожалению, не так много. И, безусловно, это была грубейшая ошибка Департамента культурного наследия отказать ему в статусе памятника.